Мем о любовном треугольнике в автобусе поразил американцев. Это собака из БМДСС. Твиттер — популярная в Рунете фотография, на которой девушка, сидя на коленях у парня, держит другого за руку, попала на международный имиджборд. Мем о любовном треугольнике стал очень популярен за рубежом. Снимок опубликован в 25 мая девушкой по имени Кристина. Он быстро распространился в Рунете, попав во множество пабликов в соцсети ВКонтакте и на развлекательный портал Пикабу. Пользователи называли его иллюстрацией максимального уровня френд-зоны, а также сравнивали эту ситуацию с любовным треугольником поэта Владимира Маяковского и семьи Бриков. Спустя несколько дней фотография появилась на Reddit с подписью «Да сложно». За несколько часов публикация стала одной из наиболее популярных, набрав почти 20 тысяч плюсов и несколько сотен комментариев. Пользователи наперебой предлагали свои версии происходящего. Моя первая мысль – это умственно отсталый брат, который боится людей или автобусов. А вообще, я подонок, так что это должно оказаться правдой, написал в комментариях пользователь под ником Бесьяч. С его мнением согласилось более 6000 человек. У парня и девушки одинаковые подбородок и нос, поэтому предполагаю, что брат поддержал его юзер dutchmirlin. Но не все были склонны оправдывать родственными связями такую ситуацию. Первой в голову мне пришла мысль о полиамории, сообщил один из комментаторов. Ряд пользователей развили конспирологическую теорию. Может, у них кто-то умер, и они хотят быть ближе друг к другу. Это объясняет выражение их лиц, предположил один из них. Всегда иду на похороны в Adidas, пошутил другой. Все черные, это скорбь Adidas, поддержал его третий. Некоторые, вдохновившись этой идеей, решили продемонстрировать свои литературные таланты. Начинается дождь. Когда гробовщики начинают бросать землю в могилу, он поднимает руки к небу. Из силы сотен своих славянских предков кричит, написал один из комментаторов. Читателей задумка привела в восторг. Это самая русская вещь, которую я когда-либо читал, отмечали они. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале. Подпишись. Ссылки по теме.